Никита. Пап, там кто-то ходит на чердаке. Да это, наверное, просто перекрытие. Рассохлись, вот и скрипят. Все, сладких снов. Вроде нет никого. Может, пойдем, пока папа не проснулся? Всем привет. 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 Дело срочное. Из дома в селе в 60 километрах от Киева пропала девочка. Настя Янина. По поводу ее поисков к нам обратился майор Кухаренко. Их разыскные действия пока не дали никаких результатов. Кухаренко? Ну так а мы здесь при чем? Это же дело полиции, пусть ищут. Женя, это же мала девчонка. Всего 6 ручки. Жень, Марина права. Девочка пропала из дома ночью. Дом под сигнализацией. Ни открывания дверей, ни окон система не зафиксировал. А отец девочки, Дмитрий Янин, уверен, что во всем виновата вот это существо. То ли дух, то ли демон в обличии маленькой девочки. Местные его называют бабайкой. Дуже дивно, але мені здається, я теж її бачила, але давно, в дитинстві. Судя по местной легенде, это существо приходит к детям, забирает их и убивает. А почему отец решил, что легенда имеет отношение к пропаже девочки? А он тоже видел бабайку. И не он один. Кроме того, есть фотография, правда, 15-летней давности. Я думаю, на месте можно будет найти много подробностей и деталей. Ты не против, если я туда поеду? Да. Тем более, что Кухаренко просил, чтобы поехала именно ты. Угу. Ну, а я тебя подвезу. Это не обовязково. Ну, вероятно, тебе понадобится моя помощь. Ну, добре, завжди мене тут. Жень, вы что, до сих пор так и не разобрались между собой? Да в чем тут разбираться? Мои помощники договорились с майором Кухаренко, что сначала встретятся с родителями исчезнувшей девочки. Кухаренко предупредил их о нашем приезде. Это моя жена Ева. Ева, это... С телевидения. Все-таки согласился, чтобы они приехали. Но чем они нам помогут? Чем? Простите ее. Она очень переживает за Настю. Да, мы все понимаем. Насколько я разумею, у вас есть старший сын. Я могу с ним поспілкуватися? Да, конечно, он там, в детской. Присаживайтесь. Спасибо. Скажите, Дмитрий, а почему вы считаете, что исчезновение вашей дочери имеет отношение к мистике? А как бы вы решили, если бы пережили то, что мы? Один, два, гратися час. Три, чотири, йде бабайка до вас. Дмитрий нам рассказал, что все началось около месяца назад, когда они с семьей переехали жить за город. 9-10, як гратись почнеш, від неї нікуди уже не втечеш. Якщо що, я там за городом живу, мій дядько, в якого ви хату купили, просив за вами пригледіти. Ви що? Будете жити в бабайчиному будинку? Где? Тут бабайка живе на Горищі, це всі знають. Не зважайте, це просто місцева байка. Ти чого людей лякаєш?
Ну, обживайтесь, не буду вам заважати. Она сказала, тут дети умерли. Мальчик и девочка. Точно, как мы. Их бабайка забрала. По словам Дмитрия, в суете и хлопотах они забыли о словах соседской девочки. А мне тоже можно будет рисовать, как Никите? Конечно, зайчоночек. Только чур не на стенах. Пап, там кто-то ходит на чердаке. Да это, наверное, просто перекрытие. Рассохлись, вот и скрипят. Что случилось? Мама, папа, мы ее видели. Бабайку на чердаке. Я сразу же поднялся на чердак, все там облазил. Нашел только коробку со старыми игрушками. А больше никого и ничего там не было. Да и не могло быть. А почему вы так в этом уверены? Ну, потому что перед самым переездом я поставил везде очень надежные новые замки и сигнализацию на все окна и двери. Так что ни одна мышь не могла прошмыгнуть, чтобы мы не заметили. Слухай, а чого ви взагалі туди пішли серед ночі? Ми не могли уснути із-за шагів. Я пішов перевірити. А Настя увязалась за мною. Вроде нет никого. Может, пойдем, пока папа не проснулся? Она существует, бабайка. Она хотела, чтобы мы с ней поиграли. А Настя побоялась. Еще эти дети. Они тоже не хотели с бабайкой играть. За это и поплатились. А які діти, які тут жили раніше? Да. А потом они умерли. Мне про них бабайка рассказывала. Скажите, а вы Никиту к психологу водили? Собирался. Даже уже записался на прием, а потом увидел ее. Ну, это жуткое существо. Дмитрию в ту ночь не спалось, и он вышел на кухню принять снотворное. И вдруг ему показалось, что кто-то ходит во дворе. Во дворе я видел точно такую же девочку. Но я Никите не говорил об этом. А этот рисунок Никита нарисовал через пару дней после нашего переезда. Соседи говорят, что 15 лет назад здесь пропали дети. Их нашли мертвыми в лодке на берегу. Их звали Денис и Мила. До сих пор не выяснено, от чего они умерли. Но они жили в этом же доме. Эту фотографию я нашел в той коробке со старыми игрушками. Видите? Вот. Та же девочка? Именно. Вот эта девочка. И дети. Я думаю, что они все умерли в этом доме. А те, которые в костре, это могут быть Никита и Настя. А это Никита нарисовал? Он клянется, что нет. Чёртовы дети. Извините, я уже просто не выдерживаю. Эти голоса на улице? Да, тут в последнюю неделю такой дурдом творится. Эти старые игрушки с чердака. Где мы их только не находили. Соберем, выбросим, а они опять каким-то образом в дом возвращаются. Скажите, а игрушки? Они до сих пор на чердаке? Нет, они исчезли. Как только Настя пропала.
Та діти граються. І бабайка сюди привела. Які діти? Про яких я розказувала. Які здесь жили. Раніше. Поки їх бабайка не увела. І рисунок на кухні. Вона вместе з ними нарисувала. Я просила їх цього не робити. Но они меня не послушали. Они никогда меня не слушают. Эй! Отдай! Это не твое! Один, два. Градус сейчас. Три, четыре. Иде бабайка до вас. Пять, шесть. Бабайка прийде. Сім, вісім. Кудись заведе. Ви можете подумати, що я свихнувся, але я теж бачив цих дітей. Коли? В ту ночь, коли Настя пропала. Ми вирішили уїхати відсюди. Жена збирала речі. Я хотел отвлечь детей. Сходили на рыбалку, потом с Настиными куклами чаи гоняли. В тот вечер она впервые спокойно уснула. Я обрадовался. Дурак. Уложив детей спать, Дмитрий решил немного поработать. Но внезапно услышал, как кто-то ходит на чердаке. Один, два... Грайтеся час. Три, чотири. Іде бабайка до вас. П'ять, шість. Бабайка прийде. Сім, вісім. Кудись заведе. Тепер він не буде гратися з нами. Хто? Вона. Ноги всех. Вызвали полицию. Обыскали дом, двор, все вокруг. Ее нигде не было. А в кімнату ніхто не заходив? Я не видел. Я спал. Слухай, а з вами незнайомий ніхто не розмовляв? Ніхто її не сварив? Можливо, батьки? Папа нас вообще никогда не ругает. А мама? Я устал. Уходите. У Дмитрия Янина пропала дочь Настя. Это произошло после переезда семьи Яниных в загородный дом. Отец уверен, что его дочь забрала некое демоническое существо, которое местные называют бабайкой. Этот демон является в обличии маленькой девочки. По легенде, это существо приходит к детям и убивает их. Так что же произошло с Настей? И как объяснить появление странного существа, именуемого бабайкой? Извините, что вела себя так отвратительно. Сами понимаете, сейчас мы сплошные нервы. Да, я верю. Кстати, а вы тоже видели эту девочку? Нет, никогда. Я не понимаю, почему муж верит во все это. Но ты же знаешь, кто это сделал. Она не могла. А це ви про кого? Про нашу няню. Мы наняли местную девушку, а она нас обокрала.
Я сразу почувствовала, что с ней что-то не так. Ну, вот так и получилось. Зачем я вообще наняла ее на работу? Это я во всем виновата. Только я. Ева, успокойся, не надо, я прошу тебя. А чому ви взагалі переїхали в таку глушину? Хотели сменить обстановку. Захотелось тишины. А что вы там такого? Нет, ничего. Дмитрий, вы не против? Мне необходимо будет развесить камеры, а Марина произведет экспертизу. Да, конечно. Делайте, что считаете нужным. Итак, маленькую девочку якобы забрала бабайка. Звучит как детская страшилка. Это загадочное существо в облике девочки видит вся семья. Все, кроме матери. Если это массовая галлюцинация, то что ее вызывает? И почему она не распространилась на мать? Все видят одинаковую девочку. Она реальная, но в селе ее никогда не видели. Только слышали о ней. И как быть с фото 20-летней давности? О смерти других детей? Какой-то токсин? Почему тогда не задевает взрослых? И куда исчезла 6-летняя Настя? Местной легендой воспользовались для похищения? Не слишком ли сложно? Требования о выкупе не поступало. Криминалисты не нашли в доме ничего подозрительного. Мы уже сталкивались с очень креативными похитителями детей для трансплантации органов. Надеюсь, дело не в этом. Кто-то специально вредит семье. Но дом надежно запирается и на сигнализации. Возможно, действует кто-то свой. Например, бывшая няня. Полиция не нашла у нее пропавшую девочку, но ее причастность к похищению все еще проверяется. Тем временем Марина осматривала дом и двор. Привет, Мариночка. Привет. Ты это здесь нашла? Так, щойно. Мои люди только час назад уехали, все здесь обыскали, игрушки не было. Извините, после нас к вам никто не заходил, вы не видели? Нет, никто. Я же говорил, это странное дело. Батьки щось приховують, і хлопчик теж. Да, Андрей уже звонил по этому поводу. Он прислал сюда детского психолога. Может, подождешь его? А я потом тебя в город подвезу. Лучше я останусь. У Марины дело не в проворот в лаборатории. Женя правый. Очень жаль. Я надеюсь, мы еще увидимся. Так, звісно. Бувай. Пока детский психолог добирался из Киева, я попросил Евгения узнать побольше о местной легенде и бабайке. По совету Дмитрия, он обратился с этим к местному учителю истории и краеведу Николаю Савельичу. Как давний поклонник нашей программы, он с радостью согласился помочь. Я приїхав сюди 5 років тому, і ці місця мене просто причарували. Через густі ліси і певну ізольованість тут збереглося дуже багато язичницьких пережитків і унікальні повір'я. І тут бабайка із їх числа? Скажімо так, із місцевих, можливо, найунікальніше. Всі чули про бабая. В давнину це був дух, демон, якщо хочете, що харчувався дитячими душами. Древнє зло, що живе в самих темних закутках і чатує на нас. Оце фото я знайшов в архіві. В справі про загибель місцевої дівчинки ще в 1930 році. Дуже схоже на рисунок Нікіти Яніна. Отож би воно. І загадкова загибель дітей – це просто унікальне явище. Ну і чим ви можете це об'яснити? Ой, не знаю. Скільки років працюю, шукаю відповіді і не знаходжу. Тобто, по-вашому, це не просто легенди?
Існує така теорія, що діти до певного віку зберігають здатність бачити те, що нам, дорослим, не дано. В тому числі і потобічний світ. Да, но обратите внимание, Дмитрий Янин тоже видел бабайку, а он далеко не ребенок. Деякі дорослі зберігають цю здатність дитинства. Можливо, він із них. Знаєте, що в цьому цікаве? В більш ранніх описах легенди про бабайку говориться, що вона забирала лише нещасливих дітей від поганих батьків. Але в Яніних я не назвав би нещасливою родиною. К тому времени детский психолог прибыла к Яниным. После ряда тестов она решила провести с мальчиком сеанс гипноза. Результаты этого сеанса нас совершенно обескуражили. Где ты находишься? Дома. Я только что вернулся из школы. Что ты видишь? Кровь. Много крови. Мама, что здесь происходит? Папа, нет! 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 Успокойся, Никита. Сейчас все закончится. На счет три ты откроешь глаза и проснешься. Один, два, три. Помнишь что-нибудь? Нет, ничего. Я устал. Можно я выйду? Да, конечно, мы уже закончили. Держи. Спасибо. Молодец. Что это было? Очень сильный стресс, связанный с насилием, он однозначно пережил. Да уж, мы слышали. С папой у него очень сильная привязка. С мамой отношения немножко похуже. И, кстати, тот рисунок на кухне. Да, он говорит, что он его не рисовал. Мальчик вас не обманывает. Он действительно его не рисовал. А рисунок не согласуется ни с его психотипом, ни с манерой рисовать. Ну так кто же тогда его сделал? Понятия не имею. Однозначно ребенок. Немного старше Насти и с большими психологическими проблемами. В крові Дмитра та хлопчика я не знайшла ніяких наркотиків, ні будь-яких інших галюциногенів. Та й в будинку немає нічого, за що б можна було зачепитися. А в игрушке есть что-то интересное? Лише тирса. Я думаю, вона потрапила туди з горища. Ну, завівся жучок, точить деревину. Коли я порівняю види деревини, я думаю, це підтвердиться. Але є дещо цікаве. Фарби з малюнку на стіні. Ну і що тут такого інтересного? Токсинів немає. Натуральні компоненти. Але склад дуже специфічний, дивись. Такі фарби випускали давно в минулому. І дуже цікаво, де їх взяв той, хто малював. Кстати, насчет прошлого. Ти говорила, що эту бабайку, или як там його, ти где-то видела. Не вспомнила, где? Я весь час про це думаю, але, на жаль. Ну, постарайся все-таки вспомнити. Да. У меня есть к тебе еще одна просьба. Когда закончишь, вот съезди по этому адресу. Это дом, в котором Янины жили до переезда. Поговори с соседями. Я хочу узнать о Янинах как можно больше. А Евгений тем временем разыскал Аню, которая работала няней у семьи Яниных. Сколько можно казати? Полиция, теперь вы. Я Настю не крала. Я до родички ездила. На весілля, на Вінниччину. Я вас ні в чому не обвиняю. Ваше алібі підтвердилось, поэтому просто розкажіть. Ви около місяця працювали в цьому домі. Возможно, бачили щось странне. Ви про бабайку? Ну так. Да. Ви її бачили? Так. І досі не можу про це без жаху згадати. Аня розказала, що однажды не могла знайти Никиту. Услышав шорохи на чердаке, вона вирішила піднятися туди. Никита, ты тут? Діти розповідали мені про неї.
та коли побачила сама, від страху мало не вмерла. На мій галас прибігли Єва і діти. Але тої моторошної дівчинки вже не було. Чесно кажучи, лишилась там тільки через дітей. Вони чудові. І з власної волі я б ні за що їх не покинула. А що по поводу цього інциденту з деньгами? Я цього не робила. Єва все вигадала. Не знаю, навіщо. Позбутись, напевне, хотіла. Вона з самого початку ревнувала мене до чоловіка, до дітей. Хоча вони і геть не потрібні. Муж чи діти? Я про дітей. Вона ставиться до них, не знаю, як до нерідних. Ніколи не поцілує, зайв раз не обізветься. Та й вони до неї теж. Завжди з батьком. Дмитро їх любить страшенно. А вона... Може, і вона ревнує його до дітей. Ну, наскільки сильно? Настільки, щоб хотіти від них ізбавитися? Я сподіваюся, що ні. Вона ж мати все-таки. Я після того, як говорила з поліцією, дещо згадала. Перед звільненням я кілька разів помічала машину. Раз коло будинку, потім, як ми з дітьми до річки ходили. Вона не місцева, я впевнена. Чорного кольору, здається. Ви номер запам'ятали? Ні. Очень жаль. Марина легко нашла адрес, по которому раньше проживали Янины. Соседи очень хорошо помнили эту семью. Конечно, я их знаю. Столько лет на одной лестничной площадке. Хорошая пара. Только вот жаль, Бог детей им не дал. Як це не дав? У них двое дітей, хлопчик і дівчинка. Так они же им не родные, а усыновленные. Родители этих детей Диме были дальними родственниками. Их обоих убили при ограблении. Ну, а Димка, добрая душа, забрал детей к себе. А як Єва відреагувала на це? Я не люблю совать нос в чужие дела. Я сплетни не распускаю. Ну, между нами Євочка оказалась к этому не очень готова. Ну, она хотела детей, она лечилась долго, но... После их появления что-то особой радости я в нее не наблюдала. Так а чего вони переїхали, ви не знаєте? Может, думали, Євочки на новом месте будет легче с этим всем справиться. А может, просто хотели, чтобы мало кто знал, что дети не родные. Вы лучше у них спросите. Мы последовали этому совету. То, что дети были Еве чужими, многое объясняла. Мой помощник решил поговорить с ней напрямую. Неужели женщина подстроила всю эту историю с бабайкой, чтобы избавиться от Никиты и Насти? Господи, да что вы такое говорите? К их появлению я и правда была не готова. Но я старалась. Я действительно старалась. Ну, вы же понимаете, что не каждый может принять и полюбить чужих детей. Они вам мешали? И логично предположить, что вы их хотели убрать. Нет. Я хотела уйти сама. И жалею, что не сделала этого раньше. Это все из-за меня. Они бы могли остаться в Киеве, с ними бы ничего не случилось. Бедная Настя. Вы хотели уйти? Разводитесь с мужем? Да. У меня есть другой мужчина. И я сказала Диме об этом перед исчезновением Насти. А у Никиты с Настей остались еще какие-нибудь родственники? Возможно, кто-то претендует на их опеку. Нет, нет, никого не осталось. Дима перед усыновлением все проверял. Ваш муж подымал на вас руку? Либо же на детей? Никита во время гипноза рассказывал очень странные вещи. Да, я знаю, но это он говорил о своих родных родителях. Он нашел их мертвыми. Бедный мальчик. Я вообще не понимаю, как он со всем этим справился. Эту машину я уже здесь видела. Буквально пару дней назад. Если вы не против, я хотела бы вернуться в дом. Да, конечно. Машина, припарковавшаяся возле дома пропавшей девочки, полностью соответствовала описанию няни.
Возможно, появление авто имело отношение к тому, что происходило в этом доме. Че надо? Поговорить. Ну да. Оп! Отпустил его. Отпустил! Руки так, чтобы я видел. Где девочка с этого двора? Не знаю. Если с ней что-нибудь случилось? Да я сам эту падлу порешу. Она крестница моя. Опусти волыну. Давай нормально побазарим. За домом зачем следил? Хотел узнать, нашли вы малую или нет. Я с Серегой, с ее родным отцом, еще со школы корефанил. Когда их убили, я на зоне срок мотал. Потом откинулся, хотел детей себе забрать. Но узнал, что их усыновили. Решил присмотреть за ними на всякий случай. Так может, ты Настю и забрал, а теперь за Никитой вернулся? Я здесь не при делах, клянусь. Я по своим каналам пробил. Никто ничего не знает. Если чем еще могу помочь, вы только скажите. Когда за детьми присматривал, ничего подозрительного не заметил? Ну, может, кто-то разговаривал с ними, когда взрослых не было. Или заходил в дом. Сейчас, да крутился здесь один типочек. На вид безобидный, но странноватый. Это ростом с тебя будет в пиджаке. А возраст какой? Где-то полтинник. Похож на местного историка по описанию. В полиции на Николая Савельевича никакой информации не было. Тогда я вспомнил, что он в селе недавно и связался с его прежним местом работы. Интуиция меня не обманула. Да, я понимаю ситуацию. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Женя, привет. Бери Кухаренко, поезжай к этому историку. Я вытянул из его бывшего директора причину отъезда. Одна из учениц обвинила его в домогательстве. Нет, в милицию не обращались. Дело замяли по-тихому. Далеко собрались, Николай Савельевич? Да, по справах своих, а счет трапилось. Но все наши обвинения Николай Савельевич категорически отвергал. Присягаюсь, я нікого не викрадав. Це взагалі якесь жахливе непорозуміння. Я знаю об обвинениях с вашего предыдущего места работы. Где Настя? Я не знаю, где Настя. То есть вы хотите сказать, что вы с девочкой не разговаривали и возле дома не крутились? Був я біля дому и розмовляв з Настею. Але це було з пізнавальною метою, тобто науково-пізнавальною. Мені цікава була історія цього будинку і легенда про бабайку. Та я все це вже вам розповідав. Я должен вірити в ці сказки? Хочете вірити, хочете ні, але я нічого поганого не робив. Що стосується того випадку раніше, то це був наклеп дівчинки-випускниці, якій не сподобалась оцінка. Але мене виправдали, зняли всі звинувачення. А тепер це зламали мені життя. Алло? Да. Что? Как пропал? Да, я еду. Никита пропал. Исчез второй ребенок. На уши подняли всю полицию района. Прочесывали все вокруг. Обыскивали дома даже в соседних селах. И снова никто ничего не видел. Марина тоже присоединилась, чтобы по свежим следам проверить детскую. Я только на 5 минут вышел. Господи, за что нам все это? Что там на видео, Женя? Ну, вот в спальне ничего. От
открывается дверь. Кто там стоит, непонятно. А вот в коридоре... Смотрите сами. Она что, действительно существует? Здається, я згадала, де я бачила цю дівчинку. Але це було давно, в дитинстві. По словам Марины, это случилось летом, когда ее отвезли на каникулы к бабушке в Хмельницкую область. Однажды ночью ее разбудил странный скрежет в окно. Хочешь сказать, что много лет назад в другой области ты видела эту же девочку? Ну, принаймні, на неї дуже схожую. Але я, як і ти, не можу це пояснити. Это лестница на чердак? Да. Я піду туди ще раз все огляну. Давай я тебе помогу. Я сама впораюсь. Мы неоднократно обыскивали чердак и никого там не нашли. Но в поисках пропавшей Насти моя помощница решила еще раз его осмотреть. Именно там она нашла девочку. Настя была без сознания. Кто-нибудь, допоможіть! У Дмитрия Янина пропали приемные сын и дочь. Отец уверен, что детей забрало некое демоническое существо, которое местные называют бабайкой. На камерах видеонаблюдения мы увидели Никиту вместе с девочкой, в обличье которой якобы является бабайка. Марина вспомнила, что похожее существо она видела в детстве. Моя помощница нашла Настю. Она лежала на чердаке без сознания. Девочку доставили в больницу. Она была в тяжелом состоянии, и врачи не понимали, в чем дело. Что произошло с Настей и кто в этом виновен? Дмитрий, приемный отец детей, накануне исчезновения Насти он узнал, что от него уходит жена. Безусловно, это стало для него стрессом. Мог ли Дмитрий в этом состоянии избавиться от детей, появление которых разрушило его семейную жизнь? Не уверен, но нужно проверить. И кто та девочка на записи с камер? Дмитрий ее подговорил? Допустим. А как быть со старой фотографией? Это не подделка, Евгений проверил. Как и воспоминания Марины. Неужели этот дух, бабайка, реально существует? Об этом даже думать не хотелось. Я нашла причину важкого стану дівчинки. Озноб, тремтіння рук, погане самопочуття Дмитра і Микити. Я все це списала на безсонну ніч і нерви, а даремно. Все це є ще й симптомами отруєння ртуттю. Я її виявила на фрагменті порцеляни, що знайшла на горищі. Скоріш за все, це фрагмент старого іграшкового сервізу. Але перший раз його там не було, хоча ми з Женєю все ретельно оглянули. Ртуть виявилась у фарбі. Я вже подзвонила в лікарню. Тобто, можливо, з цих чашок пили не тільки кукли, але й діти? Цілком можливо.
Це пояснило не тільки стан Насті, а й попередні смерті дітей. І навіть водіння. Я так розумію, що цей сервіз просто кочує від господаря до господаря разом з будинком. Ну хорошо, отравление ртутью вызывает галлюцинации, это понятно. Но это же никак не объясняет ни записи на видео, ни твоих воспоминаний, ни старой фотографии. А уж тем более не объясняет, где Настя была все это время. Слухай, с приводу Насті. Мені передали її одяг, і я знайшла на ньому сліди білої глини і тирси. Ну, такої, як на іграшці. Але вона не з горища, тому що дах зроблений з дуба, тирса з сосни. І ще я там знайшла голки модрини, ну, російської лиственниці. А вона в наших селах, ну, водиться вкрай рідко. Я сразу же сообщил эту информацию Евгению, и они с майором Кухаренко быстро вычислили дом рядом с лесопилкой, с белой глиной и лиственницей во дворе. Раз, два, ты это слышал? 3-4, где бабайка до вас? 9-10, як гратися почнеш, нікуди від неї вже не втечеш. Тим временем я не терял надежду найти объяснение. Глухое село, замкнутое общество, похожие девочки. У меня возникла догадка. А что, если мы имеем дело с какой-то наследственной болезнью, которая влияет на внешность, психику и умственные способности? Перерыв кучу материалов, я, кажется, нашел ответ. Андрій, ти був правий. Я нарешті дозвонилася бабусі. Тоді, в дитинстві, в селі, я все ж таки стикнулася з місцевою дівчинкою, у якої була важка форма фенілкетонурії. Знаєш, насколько я понимаю, ее проявление полностью объясняет внешность бабайки. Абсолютно. Справа в том, что эту хворобу викликає відсутність одного з печінкових ферментів. Як наслідок, високий рівень токсинів в організмі, дефіцит меланіну, звідси світла шкіра, волосся, обличчя, відставання в розвитку і рання смерть – це, якщо немає належного лікування або хворобу пізно діагностували. Женя, мы знаем, с чем имеем дело. Да, мы уже догадались. Не надо ее обижать. Она ничего плохого не сделала. Что вы тут делаете? Что вам нужно от моей дитини? Зачем вы ее прячете? Я не хочу, чтобы ее ображали. Таких детей называют бесовскими. Дети в семье Людмилы страдали фенилкетонурией уже много поколений. Такой была и ее сестра, которая случайно попала на фотографию соседей. 70 лет назад семья жила в другом селе, но из-за предвзятого отношения к детям им пришлось уехать. И на новом месте они предпочли их просто прятать. Тем более, что дефицит меланина делал солнце для детей опасным. Так поступила со своей дочкой и Людмила. Девочка облюбовала для игр пустующий соседский дом. Она попадала в него через слуховое окно, которое научилась открывать снаружи. Девочка знала дом как свои 5 пальцев. А болезнь не мешала ей оставаться талантливым ребенком. Картину в доме нарисовала она. Она же, уговорив Настю пойти поиграться, уронила ее игрушку. Людмила не знала об этом. Она работала в ночную смену. Прячась от взрослых, Настя залезла на чердак и возилась там с игрушечным сервизом. Она знала, что мы там все обыскали, и посчитала это место надежным укрытием. От контакта с токсичным веществом ей стало плохо. Бабайка и Никита не знали об этом. Они искали пропавшую девочку, но не могли ее найти. Единственное место, где они не стали искать Настю, это чердак. Галлюцинации Дмитрия также были вызваны отравлением ртутью. Играя с Настей, он не раз пил чай из детского сервиза.
После этого ему и мерещились призраки. Тепер он не будет гратися с нами. Всередині 50-х років фенілкетонурію взагалі не вміли діагностувати. Ну і зараз, на жаль, наша медицина не в кращому стані, тому доньці Людмили запізно поставили цей діагноз і певні відхилення є. Так а чому Анна ртуть у неї отравилася? Ну, вона ж довше всього гралася з сервізом. Так, гралася. Але на горищі вона з собою не брала ні їжу, ні воду. Так а что с этим братом и сестрой, которые погибли 15 лет назад? А, бабайка тут, скорее всего, ни при чем. Дети ушли на речку, ничего никому об этом не сказали. И, видимо, когда им стало плохо от отравления ртутью, рядом не было никого, чтобы помочь. Слухай, а Ева с Володимиром, они разлучились? К сожалению, да. Ну или к счастью, не знаю. Я заезжал к ним, когда Настю выписали из больницы, и встретила меня Анна. Их няня? Теперь понятно, почему жена ревновала их. А где это Кухаренко? А что? Да он обещал заехать и відсвяткувати справу. Увы, у него свидание. Мы когда Настю проведывали в больницу, я его познакомил с симпатичной медсестричкой. Дуже шкода. Да уж, досада жуткая. Вот смотрю я на вас и думаю, вот это когда-нибудь закончится или нет?